И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем «Бухаю» Трил Пил и Дея Заксо, продюсер бай Клев и SKB. В общем, что это такое, мне очень интересно. Последнее, что у нас дропал Трил Пил, это «Творить волшебство», хороший трек, районная экспериментальная эпиха, да. Ну, «Я звезда», такой себе трек, искренне, и, конечно же, ебейший альбомчик. Вроде реакции заблокировано, но... ничего не поделать. В общем, офигенный альбом. В общем, Трил Пил хорош, молодец, делает круто. И очень интересно, что вот это такое. Прямо сейчас я на стриме, нахожусь, ссылочку в описании, Twitch, если что. И мне ребята говорят, ну, что это кринж. Окей, давайте послушаем, что это такое, мне очень интересно. Перед тем, как начать это слушать, еще хочу сказать, что у меня ТГ есть свой, телеграм-канал, ссылочка тоже в описании, и Twitch, там все тоже есть, короче, все обязательно нужно сабнуться, если хотите за мной следить. А мне очень интересно, у нас дерзкая очень облога. Очень много у нас ребят здесь делали эту работу. Название очень интересное, «Бухаю». Я не знаю, что от этого ждать, но как будто не самая серьезная работа ожидается, да, как будто какой-то рофл. Ну, давайте послушаем, похуй, окей. Угу. Я вижу акцизу и сразу хочу нажраться. Делаем это грязно, да, мы оборванцы. Тупая блядь, квартал носит порванные вансы. Держу их на дистанции. Я залпую дыхательные техники. На мне как будто Танжира Камада. И я не один такой, ведь со мной вся команда. Я поймал вертолет и думал, я попал в War Thunder. Я пиздел блядям в лицо, и они мне верили. На моих руках часы, но должны быть кандалы. Окей, не прям кринж. Ведь я делаю этот жук, и я делаю этот сейлинг. Ведь я делаю этот жук, блядь, я делаю этот сейлинг. Другие препараты, АК-47 галил, другие автоматы. Пау, что Трил Пил сделал? Они меня не верили, пау. Но теперь хотят, чтоб я зафоловил их инсту. Находись, как кола, я бухаю чисто только. Я люблю девочек, люблю большие сиськи, папы. Я потрачу сегодня все, что заработал. Ты потрачу сегодня все, что заработал. И мне пофиг, бич, вы малые, сука, я для вас Тимур Дофикович. Засунул два пальца в эту дырку, она уже прыщет. Много денег не могу нести, бля, у меня будет крыша. А на что вот это рифмуется? Бухаю в Москве, бухаю в Джакарте. Бухаю везде, бухаю в Париже. Бухаю в Москве, бухаю в Джакарте. Он как будто стонет, есть, нет? Бухаю в Париже, бухаю в Москве. Бухаю в Джакарте, бухаю везде. Бухаю в Париже. Первый как будто просто настонал есть такой. Да. В Джакарте по-другому нельзя. Понятно. Когда я в Париже, я бухаю. Автоматически я бухаю. Короче, ладно, я понял. Блин, ну когда я думал, что этот чел кринж сделал, то, бля, я думал, ты упил посильнее сделает. Нихуя вообще. Короче, я не знаю, что это, бля. Честно, какая-то хуйня. Во-первых, сведен чел не очень. Я не знаю, кстати, кто это. Хотя, вроде, что-то слышал. Я сначала подумал, это битмарь. Я тебя понял, бро. Я тебя понял. Отлично. Я не знаю, кто это. Ладно, неважно. Трил Пил попытался сделать как-то фирменно, но кринжово, и по тексту тоже что-то такое. Тут просто, ну, настонал в припеве, хуй знает. Почему в голосне нет трека Baby Mello? Тоже верно, не знаю почему. Уже биты писал на Челси. А, ну вот, да-да-да-да-да, все. Это битмарь получается. Да-да-да, он реально писал что-то. Может даже все. Я не помню, короче, неважно. Ну, это хуйня какая-то, не знаю. Ну, типа, честно. Честно, ну, типа, если это объективно, не очень сведено, какой-то кринж-текст, как-то не в бит, бит сам по себе какой-то такой, бля. Короче, я не знаю, какая-то хуйня. Ну, мне вообще не зашло. Я думаю, это кому-то может зайти, типа, без рофлов. Вообще спокойно. Кому-то это может зайти. Но не мне точно. Я такого не любитель, но это довольно экспериментальное музло и вполне может кому-то зайти. То есть это не прям хуйня полная, это абсолютно не так. Нормальный довольно трек, но для меня он кринж, честно. Но я пойму абсолютно, если кому-то это понравится. Прям реально могу понять. Вот. Но субъективно прям кринж, честно.
Да, как-то так. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Реально интересно узнать ваше мнение, потому что, ну, оно может разделяться по поводу этого трека. Оно может кому-то и зайти, и мне будет интересно, реально, есть ли среди моих зрителей тот, кому зашел этот трек. Реально, очень интересно. Напишите. Ну, или можете написать в телеграм-канале, ссылочка в описании. На твиче, ссылочка в описании. На бусти не можете. Но все равно подпишитесь, да. С вами был я, Афан. Все вы были на канале Афан. Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!